Состоялся финал первого сезона конкурса «Караоке «Сейчас спою» от радиостанции «Одесса Мама». 3 месяца отборов, более 150 участников, и вот он, финальный гала-концерт. Остались только 11 лучших исполнителей. Я вам хочу сказать, что этот конкурс показал, насколько одесситы любят петь. Этот конкурс показал, что одесситы любят застолье. Люди уже к концу конкурса показывают невероятные свои способности. Не только каких-то театральных костюмов приносят, пытаются, чтобы песня была интересной, пытаются песня, чтобы была не просто звучала, а еще исполнена, обыграть, с подтанцовками. Исполнители сразились за главный приз от турфирмы «Симонт» – 2 путевки в Будапешт на 7 дней. Символично, что ресторан с названием «Будапешт» и стал площадкой для финальной схватки конкурса «Караоке». Я очень рад, что наконец-то мы пришли к финалу конкурса, грандиозного конкурса «Караоке», и смогли объединить очень интересных, новых, достаточно специфических гостей. Те, которые классно поют, те, которые круто выступают. Сегодня можно будет посмотреть своими глазами, как они готовились к этому конкурсу. И я надеюсь, что победит сильнейший и улетит в Будапешт. Зажигательное выступление танцевального трио прекрасных девушек сразу придало конкурсу праздничной атмосферы. Ну а дальше грянул финальный караоке-бой. В конкурсной программе финала самые разные песни. От ваенги до французской лирики. От жизнеутверждающей песни группы «Рождество» до взрывного Майкла Джексона. К сожалению, у многих, как и в любом конкурсе, победитель должен быть только один. Им стал Владимир, великолепно исполнивший партию Атоса из легендарных 3 мушкетеров. Вместо графа Дельфе становится женой. Через графини Дельфе затравлен зверь лесной. Охота в лес, рубя дрога, супруги мчат в руке рука. Черный груз, там лилии цветут. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно, в глубине души я мечтал победить и для этого старался. Но это не было корыстное какое-то желание. Главное – это участие, это действительно так. Потому что всю жизнь я стремился петь, я стремился играть в театре, например. Сложилось так, что работаю на другой профессии. Еще несколько конкурсантов получили призы от соорганизаторов конкурса – турфирмы «Симонт» и магазина «Музыкальная лавка». Но главный приз – это сам праздник песни, прошедший в ресторане «Будапешт». К слову, учитывая успех и популярность первого сезона конкурса «Сейчас спою», организаторы анонсировали второй. Подробности можно узнать в эфире радиостанции «Одесса Мама». Константин Гречан и Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».